сети набирает популярность видео, которое может растрогать до слез. На кадрах видно, как египетский таксист расплакался, когда его клиент из Палестины попытался оплатить проезд. Несмотря на уговоры пассажира, мусульманин отказался от денег, произнеся слова, которые могут тронуть до глубины души любого неравнодушного к происходящему в секторе Газа. «Я не возьму деньги. Мы ничего не делаем для палестинцев, ничего не можем сделать. Иди, брат, пусть Аллах дарует тебе облегчение. Мне стыдно, потому что я жив и ничего не могу сделать для людей Газы. Пожалуйста, прости лично меня. Я не имею никакого отношения к этим арабским и египетским режимам. Скажи всем своим знакомым палестинцам, чтобы простили Саида Мухаммеда Абдул-Маджида, потому что он не может ничем помочь». Многие комментаторы отметили, что чувствуют себя так же, как таксист на видео. Сопереживают палестинцам, но ничего глобального сделать не могут. Напомним, с начала обострения израильских атак в Палестине погибло более 43 тысяч человек, большая часть которых – беззащитные старики, женщины и дети.